Добрый день. Сейчас хочу снять видео о процессе таком, как видите, при обшивке блокхаусом. Вот так вот получилось. Получился вот такой вот выходящий боковая на откосе. На откосе окна. Вырезал 45 градусов, но не срослось. Сейчас я покажу, как при помощи орбиталочки это дело можно устранить. Наждачная бумага зернистость 60. Вот. Сейчас начну шлифовать, потом покажу конечный результат. Значит, вот как получилось. Это я делал 60-й, но она слезалась рано, потому что я, в принципе, все прошел их, они частично тут были с выступами на нижнем, самый большой я вам показал. Вот, заканчивал уже 120-й, но это совершенно не то, поэтому для такого надо 60, не больше. Зернистость. Вот как было и как есть. Сейчас я еще шлифану это, пройдусь опять 120-й, пройдусь по ним, шлифану, и 240-й закончу, наверное, или 180-й, там, в принципе, зашлифую все эти вырванные волокна. Вот саморезы. Ну, о саморезах я в доску, в блокхаус снаружи я сниму другое видео, расскажу, почему так. Все, незаменимая вещь в этом деле. Спасибо.